Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, Рушел, это Дуик, усилил по криминалочке, играем всегда на Дарабиле, на пятом сервере, что? Подарок еще один, смотри. Ай, блин, это не мой транспорт, я залагал, все, пиздец, помоги. Бля, ты что скручиваешь, блядь? Отпизди меня. Бля, ты что, охуел, да, что скручиваешь, бля, тачка отошел нахуй, блядь. Бля, я не могу тебя. А ты предложи мне руку пожать. Да, блядь. Какой у тебя там? Да ебаный, сейчас. О. О, заебись. Блядь, смотри, подбирай, я выбрасываю. Опа, давай. Я выбрасываю. Короче, друзья, Радмирчик, пятый сервер, значит, что происходит? А ты, может, поздороваешься? Да чё, кого, бро, подбирай. Ебать, вот это ништяк, блядь, так, подожди. У меня, правда, тут есть кое-что поинтереснее. Ну что? Смотри. Чё? Нормально. Ну, тематичный номер. Ну, блядь, ну ладно, хорошо, давай сниму, блядь. Как их снять-то? Take number, по-моему, да? Да, take, нижнее подчеркивание, number. Короче, ты можешь поздороваться, или ты поздоровался уже? Я уже поздоровался, ты что? Короче, что происходит? Я сейчас тебе покажу, как надо правильное движение это, мутить. А, во-первых, нет, стоп, давай начнем не с этого. Во-первых, еще раз я спасибо за подарок. А, у Макса, скорее всего, вчера на канале вышла серия о том, какой он устроил квест и, в общем, подарил вот эту вот малышку. У меня теперь есть... Квест за 15 минут, кстати, реально на 15 минут вышло. Типа того, да. Короче, у нас получается теперь у каждого Андрюхи, у Макса и у меня есть М5КС, который нам подарил, собственно говоря, Макс. И еще я узнал, что, оказывается, М5КС стоит, если ее продавать, это ляму 60-70, пиздец. Или даже больше. Или сколько? Ну, больше. Больше? Ну, пиздец. Ну, типа, она вроде... Ну, она, получается, ценится больше, чем СЛС за счет того, что она может упасть... Их меньше, и она ебашит пиздец как. Выпасть, короче, может, да, не так часто, как СЛС. Короче, Макс! Макс! Ты заебал пиздеть? Макс! Я сейчас... Подожди, вот пару... А хули ты без одежды? Подожди, дай объясню. Ты не смотрел серии последние 4 у меня по КРМП? Нет, я только видел, что там, блядь, снял реакцию. Я тебе объясню просто. Где смотри, там подожди, списывались. Послушай внимательно. Значит, этот скин творит полнейшую дичь. 4 серии подряд он мне приносит эксклюзивы, дорогие тачки, я постоянно ухожу в плюс. Сейчас, я не знаю, либо ты, может, конечно, и сломаешь эту всю хуйню, либо она, может быть, сама пройдет, но, по идее, я хочу показать тебе, как надо правильно вытаскивать тачки из контейнеров. Привет, да, братан, правильно привет. Вытаскивать, мог не продолжать конспаун. Чего, тебе интересно? Бля, я не знаю, он такой... О, нихуя, какие беленькие, блядь. А что, ни одного? Один. Я пошел открывать. Я открываю. Нет, всё, я... Отойди, нахуй, все, подожди, слышь, пропусти. Сейчас, ёбан, да подожди. Блядь. Тихо. Короче. 13. Ребят, просто поддержите лайком, потому что вы прекрасно помните, реально, что было. Вот ты говнюк, а. Вот нельзя нормально с тобой. Ой, пусть делает, что хочет. Пусть делает, что хочет, короче, ладно. Короче, пусть делает, что хочет. Давайте сейчас засейвлю. Ребят, мы-то с вами знаем, да? А это битва или не битва? Что это такое? Ну, типа, да, можно и немножко посоревноваться. Бля. Тебя там как с везением в последнее время? Ты мне лучше скажи. Да ну, не знаю, я автопарк свой продаю, две тачки за 400 лямов продал, в принципе, мне похуй. Так какие? Чарджер и Мерседес 126-й лимузин, который. 400 лямов? Да. А чё, не видел у меня ролик, что ли? Нет. Ну вот, молодец. Там, по-моему, какая-то хуйня. О! Это был мой, сука, это был мой! Вот ты гандон, блядь! Это я! Это я! Это я! Я тебе... Да ты... Ебать, ты заорал! Да потому что, блядь, схуяли, блядь! Ебать, оставлю-ка я себе... Вот он, друзья, это я! Это я должен был прийти из первого, опять выбить Широн! Ну, чё, давай открывай! Да нахуй, тут уже не... Ты сломал сейчас всё! Я отвечаю, ты сломал сейчас всё нахуй! Сейчас была бы пятая серия, когда я прихожу... Слышь? За углом пасы, что? Блять, да как? Да в смысле? Мне не то, что жалко, мне просто... Это... А если сейчас сломается эта хуйня? Нет, я за тебя рад, Широн это пиздата. Я, кстати, Широн... Да, я вижу, рад он. Нет, я серьезно, мне не жалко. Чё? Да. Мне не жалко. Да. Просто ты понимаешь, что я пришел сразу... У тебя такое было вот, блять, что ты приходишь и просто Широн с первого контейнера? Да, и не один раз. У меня так 300 стал, я выбивал. По-моему, ты запорол мне удар. У меня роллс. Нормальная машина. Смотри просто, смотри, запоминаешь, смотри, просто давай. Победа нахуй, 300 СЛ просто, бам, нахуй. Это пульма? Бля, ну ладно,
Нет, это за... Блять, я только из-за того переживаю, что такая хуйня продолжалась, типа, очень долго, и сейчас из-за того, что не я открыл, а как бы ты, это сейчас все сломается просто. Я просто должен был сейчас прийти, уверенно сделать ставочку и забрать Широн. Ты понимаешь, какой пиздец был бы? У меня, я тебе говорю, 4 серии уже происходит. Сань, смотри, у меня была битва с подписчиком. Смотри, подойди, пожалуйста, ко мне. Я вижу, ну. И чё? Смотри, ты видел у меня ролик, где я битву с подписчиком устроил на контейнер? Подожди, у меня опять худ, по-моему, повис, блядь. Сейчас, чё? Это нормально, он нормально. Да. Ты видел у меня битву с подписчиком? Да. Короче, мне, чтобы не пропал контейнер, я решил по фану открыть американский кейс. И знаешь, что я туда выбил? Чё? СЛС. Это я помню, я каждый раз это вспоминаю, я просто из таких ничего не... Понял. Ну хуйня, там дата не среагировал, бля. Я просто из таких еще ничего не выбивал, я теперь переживаю, ты просто не понимаешь, это понимаешь, это судьба! Судьба была, тянулась так, просто долгое время, и сейчас... Так надень свой скин. Да нет, это пиздец! В моем скине это вообще пизда, я тебе отвечаю. Что, хуёво типа или... Да, там пиздец, наоборот, там говно падает, а вот с этим как раз... Давай махнёмся скинами. Не, голову я тебе не отдам, ты можешь его сам сделать, это реально работает, ты понимаешь? Открывай, Илья, ну я открываю, ты тогда открывай. Я не Илья, я Саша, если что, ладно. Я сказал, не, я открываю. Ты заебал, да уйди, ты говорю, блядь, отсюда, слышь? Нет, Андрей, да что это? Ой, Сань, мы... Да, блядь, какой Илья, Андрей, Саня, ты заебал, ты все у меня пиздишь, блядь. Да, Макс, блядь. Чего, блядь? Дай сюда. Что? Да нет, давай по очереди, реально. Да вот ты говоришь, что по очереди, ты, во-первых, первый открыл мой, который, к которому я бежал. Потом ты следующий открыл, теперь я открываю, ну по очереди. Ты же открыл сейчас американский. А он не в счет. Блять, ладно, окей, хорошо. Я не знаю, я может быть... Пасу, смотри. Может быть, мое присутствие как-то повлияет сейчас на удачу? Нет, я не против, хорошо. Просто я охуел от первого, это ты понимаешь? Я твой. Была целая, просто уже, целая, знаешь, легенда, что я прихожу и с первого мне падает, как блядь. Если сейчас, вот, реально, если сейчас сломается, это пиздец будет. Ты просто сломал сердечко мое, понимаешь? Сломал мое везение, это не смешно. Не, ну я тебе шаверму куплю, какая... Да какая шаверма, блядь, мне так 4-5 серий подряд, сколько уже? Двойная с картошечкой, смотри, видишь, я тебя спас. Ну. Сука! Да это... Понимаешь, что это моё всё должно... Ребят, мы-то с вами знаем правду! Как это, блядь, работает? Он загорелся, что? Он загорелся? Да. Блядь! Да. Он сейчас ебанёт? Почему он горит? Я не могу оставить себе! У меня опять баг бы сейчас сработал, я бы два мог забрать, но баг пофиксили, блядь. Пожар нахуй. Ебать, я разбогател, Санёк, нахуй. Не только 400 камер, ты еще что... и плюсанулся. Ты понимаешь, что давай, это... Давай, иди, открывай следующий, давай, вот тут. Ты понимаешь, что это работает? Ну, типа, мое присутствие влияет. Да нихуя, это я просто, это просто я. Ребят, напишите в комментариях просто, что вы думаете по этому поводу. Я, типа, сейчас даже... Ладно, похуй, хорошо, он вырвал у меня лакомные кусочки, блядь. Хочешь, я у тебя сейчас вот это попробую вырвать? Стой! И я оставлю. Да ты заебал перебивать мои ставки, блядь, оставь мою, вот это хотя бы, дай мне открою. Теперь перебивай, вот теперь перебивай. И тебе сейчас выпадет. Нет, тоже пиздатая, нет, смотри. Нет, ты долбоёб? Нет, нет. Перебивай. Нет. Перебивай. Нет, перебивай. Нет, да нет. Тебе выпадет, это, перебивай. Это не так работает, это не так работает. Это так теперь нет. Работает, это новый баг. Ты сломал все сейчас, понимаешь? Баг. Я не знаю теперь, что будет. Ну вот. Ты забрал у меня... новый баг. Пизда, все, мы посрались. Мы посрались, все. Мы посрались. Нихуя мы не посрались, дорогой мой дружочек, пупочек. Все, пиздец, ты просто... Ты просто, братишка. Ты реально, я просто тебя не знаю, что... Ты дурак, блядь, ну что ты, блядь, сделал? Да, блядь! Ну ладно. Да сука, ну это, ты понимаешь, что это такого, блядь, не бывает? Тебя это не удивляет? Нет, подожди, ты сейчас серьезно ответь на вопрос. Тебя это не удивляет? Я тебе говорю, типа, блядь, стоп. У тебя такое бывает? Ты можешь ответить просто мне на вопрос? У тебя такое бывает? Ебать бабла нафиг. Ты можешь ответить на вопрос, у тебя такое бывает, когда ты приходишь сам просто открывать? Да. Вот прям точно так же, что ты пришел, Широн выбил, Кибертрак, СЛС подряд. Бывает, Кибертрак, да, у тебя такое? 300 СЛ, да. Вот просто типа каждый выпуск, а вот ты просто приходишь... Смотри, 13, 250, раз, два, три. Перебивай, вот теперь перебивай. Я не буду, зачем ты меня заставляешь тратить, блядь, больше денег? Что за хуйню ты делаешь? И выпадет, да я... Это новый баг, блядь, просто перебей. Я постоянно перебиваю тебя и попадаю. Я не понимаю, нахуя ты, зачем ты в третий раз это делаешь просто? Ты можешь дать мне ответ хотя бы один? Перебей. 13500 сделай, ставку сделай, 13500. Здесь будет бокстер. Нихуя, сделай 13500.
Сделал. Блять, ты сделаешь 13 пятов? Все, смотри. Просто ты заставил меня сейчас просто на полтора ляма больше поставить? Нихуя, не-не-не, запоминай мои слова, 300 SL просто, запоминай мои слова. Запомнил? Слушай, лучше б я один пошел, блядь. 300 SL? Да, это новый баг, Сань. Не будет здесь, это не так работает. Это работает, а я как? Не знаю, каким-то образом с моим скином связано. Когда я здесь, блядь, присутствую в этом скине, происходит вот эта вот хуйня, то, что сейчас происходит, блядь. Уже пятую серию подряд. И вот, по идее! Это видите, должен был... бабки для тебя. Иди сюда, блядь. Где ты нахуй? User left your channel. User joined your channel. Сюда иди, блядь. Сука. Да вон там еще появился в самом начале, Саня, не расстраивайся, что за... Ребят! Только мы знаем правду. Вы свидетели всего. Вы знаете, что вот сейчас должно было произойти. Я сейчас пошел против. Я пошел во всем против своей воли. Я там, где мог перебить, оставил ему. Окей, как бы, типа, он выбил Широн, СЛС. Мне не жалко. Но, блядь, когда он набивает цену, потом я говорю, что нет, я чувствую, что здесь хуйня заставляет меня ставить все равно больше. Я ставлю, блядь, и там оказывается реально хуйня. Это перебор, блядь, уже! Все, блядь, не трогай, пожалуйста, этот контейнер. Не буду никакие 13500. Вот сейчас не здесь, смотри. Не трогать. Нет, все, я чувствую, что хуйня. Я сейчас просто вся пошла по пизде линия. Просто вся линия, которая шла, она пошла по пизде. Просто, смотри. То бишь, она была чистая линия, теперь грязная, да? Я думаю, что здесь... Не смотри. Нет, ты не... Блядь, не мешай мне, блядь, выигрывать, нахуй. Вот реально, я... Ты посмотри последние мои серии и сам все увидишь. Я знаю тактики и знаю, блядь, что это работает именно так. Если тактиков нету. Да? Ясно. Спасибо, Макс. Что? Спасибо большое, да. Что? Ничего. Во! Новый Кадиллак. Сейчас, если падает хуйня, я просто выхожу, потому что я просто боюсь представить, что будет дальше. Ну, типа, я не знаю, как оно теперь будет работать просто. И денег? Давай дам денег. Заспауни. Да не в этом прикол. Я просто, блядь, не знаю, как это работало, это, сука, череда везений. Я просто... Ты мог оставить под меня то, что вот я как бы хотел попробовать открыть? Я чувствовал, что там что-то есть. И чтобы у меня везение... Я тебе сказал. Чтобы везение продолжалось... Кибертрак? Где был кибертрак? Я тебе сказал, перебивай. Из-за того, что ты забрал, теперь, возможно, это не будет работать. И плюс ко всему... Будет. Не знаю, блядь. Я вообще не понимаю, что происходит последние 5 серий. А сейчас вообще я в ахуе, блядь. Просто это просто пиздец. Ну, типа, это реально пиздец. Это нормально. Нет, я еще раз говорю, я не... Ну, типа, наоборот, я рад, что ты хорошо забрал. Просто мне кажется, что это повлияет на, блядь, то, что теперь у меня не будет нихуя падать. Вот в чем прикол. Мы не поругались? Блядь. Просто я меня больше взбесило, нахуй ты, блядь, цену повышал. Просто так. И тем более, когда я сказал, чтобы что... ты перебил. Так я сказал, что я чувствую, что там хуйня. Потому что не может так подряд три машины, и потом, блядь, типа четвертая тоже заебись. И тем более ты еще на... Частенько так сыпется. Ты на полтора ляма еще сцену зачем-то поднял, вместо того, чтобы поставить мне. Я просто не понял этого прикола. Нормально, так сыпется. Вон там кейс появился. Так, ладно. Вот смотрите, давайте сделаем так. Если сейчас падает говно, то я проще уйду, потому что сейчас, ну, типа, то, что должен был открыть я не открыл, теперь все пошло по пизде, и теперь нихуя не понимаю. Или ты в самом начале... Ладно, я тогда в самом начале открою. А какой там, еще один есть? Да. Вот этот вот. Бля, мне кажется, кстати, у тебя что-то есть. Блядь, ну самый прикол, смотри, я не выбивал. Я не выбивал Широн и 300 SL. По идее, сегодня я должен был. Я 300 SL давно не выбивал. Блядь, ну 300 SL это был бы пиздец. Кому же сегодня он выпадет? А прикинь, 2 300 SL выпадет, ебать охуеть будет. Ну, кстати, иногда Бокстер пишут. Ну, бля, если Бокстер, то я точно ухожу нахуй. Типа, это сразу значит. Да, уже Камри... да, я после Бокстера, кстати, после Бокстера я SLS выбивал, поэтому Бокстер это всё, еще не приговор. Все, короче, удачи, моя пизда случилась. Моя пизда, что? Удачи, моя пизда случилась. Что у тебя там? Блядь, не смотри, пожалуйста, не надо, не смотри. Если бы ты не пиздил контейнеры у меня в самом начале... Подожди, ты там, да это не с этим связано, нахуй. А с чем? Ну просто я такой удачливый, мне повезло просто. То есть тебе, у тебя в сериях так же происходит каждый? Когда ты приходишь? Не вот в каждый, но когда обнова выходит, вот когда только обнова вышла, блять, я один из первых, кто выбил 2 М5 КС подряд, SL, нет, не SLS, Хаммер я выбил. То есть, типа, в течение 10 минут это все произошло, условно?
В течение минут 10-20, где-то так, да. Ну, а у тебя было, что, у тебя было, что было такое 5 раз подряд? 300 Кибертрак. Ну, типа, что там, нет, что 5 серий подряд у тебя такое было? Тань, ты куда? Пойдем, тут дубайский. Ну, гамотик вытащил из китайского. Да сейчас иду, только ты не ставь. Я не ставлю, я не ставлю. Все, последний, я не знаю, типа, я сыкую, потому что Камри просто все засрало, и как бы, я не знаю, реально. Блять, у меня в мозге, в мозгу, я блядь, после Бокстера СЛС выбивал. У меня просто сейчас пиздец происходит, потому что я сегодня думал, типа, будет все по пизде, и когда я охуел, что из первого Широн, ну, типа, мы пришли с тобой, что сначала Широн, потом, блядь, два Кибертрака сейчас, и типа, блядь, как это там работает? То есть, неужели реально мое присутствие... СЛС-то забыл, что ли? Ну, и СЛС, само собой. И это реально, то есть, типа, присутствие вот этого, блядь, скина как-то влияет? Или что это за хуйня, я не понимаю? Да нет. Да в смысле нет? А как ты объяснишь, что, до этого у меня такое было? О! Сейчас видишь, что я говорю. Ну вот и все, а ты, блядь, плакал. Да я не то, я тебе говорю, я ссыковал, что это... Блядь, как оно работает? Там в самом начале дубак сидят, как оно работает, блядь? Блядь, почему тебе так похуй всегда, я не понимаю? Ну, типа, то, что даже тебе выпадает Кибертрак, типа, я не, ну, у тебя вообще никакой реакции нет. Я вообще в хуевозе нахожусь уже пятую серию подряд. Тебя оставить? Ну, потому что там сзади появился в самом начале, а это забыл? Я же сказал. Я думал, ты про него. Сейчас, понял. Блядь, ладно, тогда еще есть... Нет, еще раз объясню, чтобы никто не подумал, что я там, типа, зажопил, блядь, Максу. Наоборот, типа, я всегда рад, и кто-то, если из зрителей тут тоже открывает, типа, если кто-то выбивает. Я просто говорю, что просто я хотел и думал, что так как я его не научил... Дай мне отбить это... бабки, я тебе М5К подарил, нахуй. Блядь, я... ну, как оно работает? Ну, согласись, это все равно как-то необычно. Ну, не бывает такого, типа, просто так. О, нихуя я ЛФА выберу. Бля, 13500 я оставлю ему. Хотя, мне кажется, здесь что-то пиздатое. Ну, здесь чувак... 13500. Не надо, перебивай, давай я перебью. Не-не-не, пусть откроют. Ну, пусть откроют, что-то уступи. Нет, да уступи, ты чё... Уступи. Нет. Макс, ну уступи. Нет, да я перебью. Ну, да уступи, блядь. Да тебе жалко, да что ли? Я точно чем... Да. Уступи. Уступи. А у меня денег нет? Не, ну... У тебя нет денег? Блять, Макс, ну ты пиздец, конечно. Тебе жалко, что ли, я не понимаю? Ты, Вячеслав Кастильо, он в топе один Forbes, блять, нихуя себе. И что? Какая у разница? Него, блять, миллиард. Блять, пизда, он сейчас перебьет, блять. Пусть ставит, ну пусть откроет, интересно. Че, тебе жалко? Блять, ясно, короче, Макс, блять. 16 лямов ставит, блять. Не, больше 16 я не буду ставить. Чистый за принцип, если 16, блять, ставит. Если он сделает, поставит, то пускай. Я больше не, блять, почему не ставит? Блять, блядь, 16 лямов, нахуй. Блядь, тут бокстер, я угорну, конечно, пиздец. Не, мне кажется, кстати, здесь что-то... Мне кажется, здесь жирненько. Блядь, ну перебей Кастильо, блядь. Мне кажется, здесь жирненькое что-то. Ну, блядь, он же... Смотри, мне кажется, жирненькое. Ну, пизда. Да не, нихуя, пизда, блядь, я проебал бабки. Что-то низко. А. Бля. А, нет, 9 миллионов. Ну, в принципе, в минусе, ну похуй. Не так сильно, охуеть. Давай все, да, я последний открою. Больше. Давай последний, открой, заспауни, пожалуйста. Ух, нихуя! Ух, нихуя, блядь! Я вот этот уже. Я вот этот открываю. Я около него был. Ты вот тот? Подожди, а там Кастильо будет открывать, интересно? Бля, сейчас надо, давай как-то надо успеть этот. Ты не открывай сразу, я хочу сбегать тот посмотреть потом, и этот, ты откроешь свой, ладно? Ну что, посмотреть все. Бля, жестко нахуй. Бля, пиздец, я не знаю, как присутствие этого, блядь, чертилы моего влияет на эту всю хуйню. Но это непонятно вообще, как работает. Просто ты непонятно. Про меня сейчас так сказал, нихуя себе, спасибо, блядь. Ты, блядь, а мой скин. Охуенно, блядь. Мой скин реально как-то влияет на эту хуйню. Так, открываю. Давай. Хуйня, да? Бля, нормально, нормально, нормально. Нормально. Ну все, давай я открываю. Ну открывай. Открываешь? Да. Блять, родненький сыртышечка. Из этих трех что было самое пиздатое? Ему... Тут борьба до сих пор. У него должна быть. Тут борьба до сих пор. Бля, ну в целом, типа, ладно, получается... Похуй. Бля, 17 лямов у меня, ебать я лох. Ну ладно, типа, СЛС хотя бы я выбил один. Это, ну, в смысле, не то, что хотя бы, а пиздец какой, блять. Я не знаю, как это, сука, работает. 15500 ты поставил? Да? Жестко, блядь. А че? Жестко, нахуй. Бля, не, СЛС прям, это кайф, что, блядь, подряд просто каждую серию СЛС выбиваю. Плюс два Кибертрака, плюс у тебя СЛС, ну, лампа за 20 сейчас типа пофиг. А чё ещё? Подожди, чё ещё было? Ну, мне кажется, сейчас проёб. А, Широн, блядь, Широн на туре, блядь, пиздец. Ты думаешь, проёб? Не, мне кажется, здесь что-то будет. Ты будешь до последнего торговаться прям? До 16 миллионов. Я выше 16 миллионов не поставлю, блядь, нахуй. Фу, я хочу, чтобы кто-то поставил выше 16 миллионов. 16-150. О, все, пускай ставит.
Бля, это жестко, конечно. Фрэш нищий 20к поставь. Бля, сейчас из-за этого, блядь, поставлю 20к, нахуй, я не нищий. Прикинь, за эту хуйню поставить. Мне кажется, здесь либо Широн, либо 300 SL почему-то, я не знаю. Блядь, мне кажется, он сейчас что-то выйдет. Га, блядь, 300 SL, это будет пизда. Я думаю, 300 SL. Не знаю почему. Не? Нет. Кибертрак. Он бля. В минус. Но он в плюсе, не на большой. Ну нормально. Но он за 20 блядь. Её продаст 4 миллиона в плюс. 3 кибертрака за серию, что, блядь? 4 ляма в плюс ему, нормально. А я в минусе охуенном. Ну, типа, нет, если СЛС, как бы, посчитать, то в плюсе, конечно. Это мой СЛС. Я знаю, к тебе просто хотел сесть. Если СЛС считать, то, конечно, он меня спас, но, бля, Камрик, нахуй, за 13500 или за сколько я там ее купил, блядь, это, конечно, было жестко. В общем, друзья, это была не битва кейсов, это была проверка того, работает ли опять мое присутствие или мое открывание, блядь, в этом скине, и мы опять подтверждаем, что, блядь, сыпется какая-то, ну, дичь в хорошем смысле этого слова. Я не понимаю, это просто сегодня опять золотые, блять, тащи какие-то падали. 2 СЛСа, 3 кибертрака, 1 Широн. Ну, ламба за 20 лямов, типа, тоже приятно, типа, который я выбил. Ну, и были такие тачки, как Камри, СРТ, и что там еще такое хуёвое это было? А, С-классы падали еще. Мерседес, да-да-да. Блять, я в ахуе вообще. Я не знаю, друзья, в какой-то момент, понимаете, я точно так же, там, один или с Максом приду открывать контейнеры, и все. И оно пропадет, оно в любом случае когда-то пропадет, но пока пятую серию подряд удача держится рядышком. Блять, я надеюсь, что оно так и будет продолжаться. Друзья, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии, а также посмотрите серию у Макса на канале, где он мне подарил, собственно говоря, М5КС. Ссылочка на его канал, конечно же, в описании. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока-пока.